Глава МИД Армении, назначенный на этот пост в ноябре 2020 года после второй войны в Карабахе и отставки Зограба Нацаканяна, в скором времени оставит эту должность. Как передает Канал 13, об этом пишет во вторник газета 168 ЖАМ. Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Айвазяна сменит его заместитель Артак Апитанян. Газета пишет, что у Ара Айвазяна есть серьезные разногласия с действующими властями, в частности, по части проводимой ими политики. Разные правительственные чиновники, в том числе Никол Пашинян, нередко выступают с заявлениями, несогласованными с МИД и противоречащими официальной внешней политике Армении. Впоследствии эти заявления вызывают проблемы у дипломатического корпуса, пишет 168 ЖАМ. Разногласия начались с самого начала работы Айвазяна в должности министра и, в частности, с его визита в Москву в декабре прошлого года, во время которого министр довольно резко высказался о деструктивной политике Турции в регионе и о ее роли в Карабахской войне. Издание отмечает, что это пришлось не по душе Николу Пашиняну, и между ними и Айвазяном состоялся серьезный разговор. Очередным проблематичным эпизодом стало недавнее интервью секретаря Совбеза Армена Григоряна общественному телевидению Армении, в котором он заявил о необходимости внесения коррективов в отношения с Турцией, пишет издание. В ответ на это Айвазян заявил на заседании профильной парламентской комиссии, что официальную позицию Еревана озвучивают премьер-министр и глава МИД страны, дав понять, что Армена Григоряна эта сфера не касается. В свою очередь, в МИДе Армении опровергли слухи об отставке Айвазяна. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не будет освобожден от должности, сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.